И команда СВБ. Хорошо, да, пускай стоим. 10-23. Им со средней. Здорово! Классно! Подборе. Гарок на дрифте. Хорошо, хорошо, тоже отвечают дальним попаданием. Забивает, забивает еще из-под кольца. 2 очка коняша. Нет, это был за средний. Для Дегтярева. Марк, еще одна 3-ушка. Наконец-то, наконец-то. Пытается просто. Пытался обыграть Марк. Отдал передачу и Лукьянов 2 очка набрал в этой атаке. Здесь классно. Все-таки классно нашли эту передачу. И 2 очка. Здорово, Арбюнов, Даниил. Открывается высоко. Евростеп, Бутиев. Забивает 2 очка. Вот, но сейчас вроде как все нормально, картинка ровная. Лукьянов. Лукьянов. Не смог встречаться. Лукьянов. Атака сейчас Лукьянов. Евростепи. Ой-ой-ой. Эндван. Эндван забивает Лукьянов. Красота. Классную передачу. Не забили, как бы забили, но не забили. Хорошо. Максима Бенни. Здорово, Максим забивает. Третья подряд для СВБ. На этот раз Сережку заваливает. Прикладывает сверху. Нет, не будет сверху просто. Лейап забивает. Попадает в первый штрафной. И второй, второй тоже точно. Забивает, забивает через СВБ. А вторая половина этого матча. И в атаке у нас коллектив Салфетов-Бор. Забивает 2 очка. Передача и 2 очка. Забивает.
дриблинге пытается обыграть. Гусев. Ну вот, красота. Забивает 2 очка. Попробуем в атаке. Пьянов хороший проход. Забивает 2 очка. И выводит свою команду. Чугаров со средней. 2 очка. Здорово. Попадает. До конца Лукьянов. Высота. Отбивает 2 очка. Работал, очень хороший процент попадает на вот штрафные. Первый для него, сейчас первый точен. И второй, второй тоже попадает, прекрасно. Коняшин Денис бросает штрафные, первый попадает. Хорошо. Попал первый штрафной, у нас Ильфов Александр. Хорошо, хорошо, в проходе набирается.